Случай этот уже не первый. Подобный тюнинг скульптура пережила в 2009 году. Имя исполнителя остается для общественности загадкой, а потому определить, был ли это акт вандализма или просто смелая креативная мысль, сложно. В сквере у гостиницы «Приморская» работа скульптора Владимира Гуслева была установлена более 40 лет назад и является одной из визитных карточек курорта. И как любой предмет искусства, должна оставаться неизменной. Может, это кому-то кажется и забавным, и у кого-то есть какое-то творческое начало, ну тогда надо просто сделать какую-то современную, свою, розовую, посвященную мультфильму. Не надо трогать того, что было сделано до них, для того, что было сделано в другой ситуации. И надо сохранять нашу историю, любить и уважать ее. Как и 7 лет назад, «Черной Багире», а именно такой задумывал свою скульптуру автор, быстро вернули первозданный вид. Для этого потребовался всего один человек, банка краски и кисть.